Здравствуйте, приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как вставить сим-карту, а также карту памяти в ваш смартфон Sony Xperia 5 второго поколения. Для этого вам не понадобится скрепка, то есть скрепку вы сразу можете кому-нибудь подарить, так как она вам нужна не будет. Вот здесь вот у нас на левом торце сверху мы можем заметить лоток такой. Мы его поддеваем ногтем. Вот так вот. И далее вытягиваем. Лоток выглядит вот таким вот образом. И берем теперь нашу сим-карту. Вернее, карту памяти сначала. Карта памяти вставляется вот таким вот образом. Сюда в левый лоток. Немного ее прижимаем. И далее сюда вставляем сим-карту. Обрезанный край должен быть справа снизу. И также его и вставляем обратно. Давайте его снова достанем, потому что что-то не входит. Прижали карту памяти и вставляем снова. Далее заслоняем вот это отделение, дабы там не собиралась пыль и ничего. И вот, в принципе, таким нехитрым образом мы установили сим-карту, а также карту памяти в наш смартфон. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!